Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о росте продаж люксовых кроссоверов и внедорожников в России. В России зафиксирован рост продаж в сегменте люксовых SUV. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году россияне купили 515 новых кроссоверов и внедорожников люксовых брендов, что на 12% больше, чем годом ранее. В этот сегмент российского рынка входят всего лишь 4 модели, самая популярная из которых – внедорожник Bentley Bentayga, на долю которого приходится 31% от общего объема. По итогам прошлого года объем продаж этой модели составил 160 новых экземпляров, на 12% меньше, чем в 2018. На второй строчке рейтинга идет недавно вышедший на рынок внедорожник Rolls-Royce Cullinan, который разошелся тиражом 122 экземпляра. Его реализация выросла в 15 раз. Кроме этого, жители нашей страны приобрели 117 новых кроссоверов Maserati Levante и 116 Lamborghini Urus. У меня пока все, больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!